В Афганистане полицейский застрелил в госпитале 3 врачей-иностранцев. Еще один человек получил ранение, как и сам нападавший. Произошло это утром в детской больнице на западе Кабула. Информацию о нападении уже подтвердили в МВД страны. Мотив действий преступника пока не установлен, началось расследование. К слову, госпиталь, в котором представитель полиции открыл стрельбу, принадлежит американской благотворительной организации КИЮР. Как отмечают СМИ, это не первое подобное нападение в Афганистане. В начале апреля другой полицейский застрелил немецкого военного фотографа Ани Нидрингхаус в афганской провинции Хост.